أي حساب وتاريخ في الشرع يحمل على التاريخ الهجري، ما يوجد عندنا أي شيء يحمل على التاريخ الميلادي. То есть все даты, возрасты или какие-то временные промежутки, которые указаны в шариате, мы их возвращаем к хиджре, то есть к лунному календарю. Никакие шариатские даты не возвращаются к григорианскому календарю. То есть, как, например, идда, у которой то есть, разведенная женщина или у которой умер муж. العمر, البلوغ, 10 سنين, 7 سنين, 15 سنة. Также, когда говорим про возраст человека, также, когда говорим, что должен достичь 7 лет, 10 лет. لا يوجد أي حساب بالسنين والأشهر الميلادية. То есть, нельзя считать эти сроки по григорианскому календарю. Должны возвращать к лунному, к календарю по хиджре. ما لنا علاقة يقول أنا مثلا ابني بلغ 7 سنين يسأل يقول بالهجري أو بالميلاد نقول بالهجري ما يوجد عندنا شيء بالميلاد. То есть мы говорим, когда сыну твоему исполнится 7 лет, он спрашивает, по какому, по григорианскому календарю или по хиджре? Мы говорим, что каждая дата должна отчисляться только по лунному календарю, по хиджре.